Все, отлично. Будем надеяться, что Good Game не провафлит опять с рестримом. Понимаете, у меня уже веры в этот сайт нету, он просто меня так разочаровал, что пипец. То есть были игры, которые реально там, ну просто шедевр, прям такие там карпаля я вывозил. И чего? А рестрим не работает, хрен тебе, а не запись. Ну спасибо, чё? Смысл какой от рестрима, если он не работает? Поэтому мне теперь приходится все записывать себе на жесткий диск. В итоге я слишком много, походу, записывал, что аж этот кончился. Место на харде. Стадель поставим, почему нет? Перестрахуемся. Сепхинаров надо отсюда убирать. Клавиус тоже надо убирать. Видите, действующих героев все меньше, то есть они у меня там по углам сидят. Сейчас я тут все быстренько разрулю. В любом случае. Мы будем верить, что когда-нибудь Good Game действительно поменяется к лучшему. Что действительно все будет работать. Ну, посмотрим. И новый умничка. Вообще у меня все эти герои молодцы, которые сами по себе бегают. Меня очень сильно смущает тот факт, что у меня ни хрена не купится армия. То есть вообще никак, нигде. А что я могу сделать? Коттедж гномов, блин, построить? Ты дроидов давай. То есть у меня денег миллион, а толку ноль. У меня армия, походу, будет из этого замка. И то она какая-то слишком ущербная получится, потому что там она клочками какими-то неорганизованными будет. Надо убить этого фиолетового. Вот уже пожестче, да? Но это не так сильно, поэтому ничего страшного. Коттедж гномом на Рублевке. Ой, не надо мне про Рублевку, блин. Так, Вальку надо к дому, пусть она здесь немного лукарей наймет. Я считаю, это будет зашибись. Прям вот в тему. И она пойдет дальше зачищать. То есть меня зачищает Валька, у меня зачищает Енома. Все что-то защищают, у меня норм. Так, Енове надо обязательно плюс к атаке брать, потому что без этого она будет очень сильно проседать. По ряду причин. Одна из которых это... Одна из которых это количество эльфов, которых у меня, к счастью, мало. Вот. Обязательно надо хранилище ресурсов строить и здесь. Почему? Да потому что, блин, полезно. Потому что кристалл каждый день. Замедло. Ну где мое замедло? Что за хрень?
Не дают мне замедления, короче, все как-то через одно место. Ну, в принципе, ладно, я привык, что у меня всегда все через одно место, естественно. Чтобы у меня что-то перло, это вообще о чем бы. Есть у нас на сайте один лакерок. А, это не про меня. Блин, Октавию бы, конечно, на разведку отправить, но она деньги дает. Я не могу ее так вот выкинуть просто. А здесь я смотрю выход на этот замок. Я построю замок, в любом случае он пригодится мне. Если этот типок на меня навалится, я дам ему отпор. Мне не жалко тратить деньги на вот этот город, потому что сейчас он мне реально помогает. И то, что там происходит, это тоже хорошо. Факты. Где кузницу надо построить где-нибудь? Как же я не успеваю? Какая жаль. Нога аж бежит там, я не знаю, он хрен когда добежит до меня таким делом. Можно ее подорвать, но она далеко, этого тоже далеко. Но я вообще не хочу трогать, у нее там своя миссия. Этот заперт, Енова. Енова умничка, но Енова должна получать плюсики. Так, иди к дому, занимай эльф. Будем драться. Цепь народ, но там все ясно. Ай, как же мне не хочется, чтобы он нашел какого-нибудь Калида, потому что Калид-то у меня он. Точнее, Клавиус. Я думаю про Калида, что у меня серы нет, и меня вот это печалит немножко. Также Цепь народ может устроить. Толпа, толпа, мара, мало, мало. Много. Ну что это такое? Сивхинаров могут убить вообще просто на ровном месте. Ну-ка. Султан Эфритов. Сколько? 666? Нет. Почти. Вот это, кстати, мне поможет очень сильно. Маны нет ни хрена, кстати. А как я буду драться без маны? Ёптыны. Да и чё? Единственное, что его может спасти, это очень сильный герой. Да он ни хрена не сильный, маны у него нет. Я не понял, короче, его мува. Мне надо вот этого придурка на себя загреть, чтоб он сдох там, блин. Собственно, сейчас он сдохнет. Вот он сдох. Дальше что? Вот он мне бьет по лечу. Лечу пофиг. Вот у меня ребята стоят. Я под осадой. Мне пофиг. Начинают избивать черного рыцаря. Так он и не пробил мне стену до сих пор. Такими темпами скоро упадет один черный рыцарь. Скорее всего, он пробьет мне эту стену. Но не в этот раз. Насколько же грамотным было построить здесь замок. Помните, я говорил, что мне не жалко это место, как бы. Теперь, я думаю, вы поняли, почему. Давай, нападай. Чё? Я не зря их копил. Сейчас черный рыцарь упадет. Я могу сейчас просто выходить в наглую вот этим скелетом и ломать всем лица. Зомбаря я сюда подтащу, что-то мне кажется, возможно, пробьют мне вот эту местность. Скелетами надо вдарить.
самому, обязательно. Как по мне, очень глупый мув от компа, то есть он лезет вообще куда-то. Непонятно зачем. Ага. Ставим в защите. Я не буду его бить, пусть сам бьет, как бы мне, но пробегусь наверх. Возможно, это как-то нет, ну пофиг. Слушай, Галтран, а ты сейчас отъехать можешь. Да ну! Построим кузницу. Не хватило мне дамаги. Кропалик просто. Воздвигаем муниципалитеты. Сейчас денег будет еще больше. Вся надежда на самом деле вот на этот замок. Возможно, он мне все-таки даст заклинания нужные. Но это не точно. Эти парни вдвоем там пойдут сейчас. Так, ну что я могу сказать? Отбили мы ублюдка, значит, я могу пока вот так вот ресы собирать. Всех заставляем драться, мне нужно как-то экспу набирать. Просто, знаете, как-то неприятно, когда остается какой-то один упырь, и просто из-за того, что там вместо там, сколько, 1-3, вместо 3 прокнуло 1, и он выжил. Просто там у него осталось хп 8, к примеру, ему нормально, он выживает. А вот если бы я пошел воевать тряпкой, тряпка бы вообще перегородила дорогу, и я бы вообще ничего не сделал. Вот это вот меня опечалило, конечно. Ну ладно. Не. Продвинутый воздух. Упарываемся в Енову, она хорошо себя проявит в любом случае. Да, вот это все выбора. Совести нет, вот это обязательно надо брать. Просто пипец, надо ломиться туда, забирать эльфов. Так, кто у меня не ходил? Кто у меня не ходил? Все. Все, видите, уже. Уже у меня наконец-то везде все отстроено, так все красиво. Казармы наконец-то, блин. Спустя 100 лет появились. Книжечка появляется. Ну, конечно, заклинания просто ушлепские, но есть. Так, это что тут у нас? Надо, кстати, вот пробить, почему нет? Хотя здесь. Я сначала сюда апнем, а там пофиг. Сипхиноров забирает вот это, Сипхиноров забирает вот это, ничего не дают. Ну и пошел ты нахрен. А это кто? Клавиус. А зачем я им пошел? Я же не хотел. Ну, значит, я передумал. Пригодится, пригодится. Кстати, что меня просто. Такой абсурдность, знаете, ситуация была такая.
Выпускаю я видео по героям, да? Тут как бы ничего особо сверхъестественного я придумать здесь не могу, потому что, ну, герои есть герои. Проходит 5 минут, и мне присылают страйки от албанцев, типа авторский контент. Сидишь и думаешь, а какой авторский контент, на что? И как-то меня это немножко печалит, потому что, ну что за бред, какой нахрен авторский контент? Я ж психану, я ж упрусь, блин. Ага, капитульский катаемся на пруд, кстати, да, хорошая штука. Ну, единорогов хочу. Здесь муниципалитет. По деньгам у нас все приятно прям. Идет. Было правильным решением взять этих героев с собой, тем более, когда я наконец-то получу себе вот эту хрень. Наконец-то у меня будет мана, надо только зайти куда-нибудь. Отрегенить, а то мой герой просто канет в лету такими темпами. Причем реально мне надо сбегать в здамки посидеть. Срочно. А то это не армия. Это какая-то жалкая пародия. И это типа мой самый сильный герой. Такое ощущение, что Валька сильнее сейчас, чем он. Конечно, 33 эльфа есть, но это мало. 33 эльфа — это ни о чем. Так, какой самый ближний? Вот я сюда забегу, нормально. Что-то я хотел, что-то клевое, вот, например, поместье. Отлично. Гномики. На, ладно, гномики пусть будут. В общем, да, как я и говорил, у меня упор получился на... Упор получился на оплот. Заставляем, мне надо выкупить всех эльфов срочно. Потому что как бы день шестой. То есть я их выкуплю на первом. Нет, я их выкуплю на седьмом и на первом. То есть у меня будет плюс сколько-то там эльфов. 14, что ли? 14 это до хрена. Видите, не зря мы с вами время теряли в первой миссии. Очень не зря. Ну, тут я по-любому успеваю. Клавиус. Все вот это вот надо забирать. Девочка, мы ее прячем. Пусть дома сидит. Этот сюда. Скорость всегда... тему, да? Не хватает мне дерева, понимаете, вот дерево и замка, к примеру, вот в этом городе, героя, который все это защитит. И это плохо, потому что скорее всего кто-то сюда нападет, это будет вот этот ублюдок. Блин, мне надо их домой распихивать каким-то макаром. Сибхинара уже умная девочка, то ее можно туда впихнуть. Ладно, охранять сюда бежать. Так, скелетик летающий. Ага. Минус тряпка. Ну и все. Ну, по сути, все идет замечательно, так ровненько. День, кстати, седьмой. Ну, как раз я беру вот это, потом иду наверх. Нет, беру вот это, забираю это, иду сюда. Иду сюда.
плечо и вот этих пробиваю. А, так Валька рядом, ну все, спасет. Мразь эту надо убить. Камень. А, жди, ты тут где-нибудь камень, видишь? Ому нет. А ты? И ты нет, а он есть. Кто тут? Никого нет. Спрячем Нагаша в городе, короче. Пусть сидит. Катберт сидит, этот сидит, этот сидит. Так, я не могу не построить лича. Лич очень хорош. На лича мы потратим, к примеру, вот так. Так. Хрен с ним, с Капитолием. Лич всегда хорошо. Ну вот, а тут у нас что? Лужайка. Ну давай. Ну а чё? Тут у нас конюшни. Всё. Всё в ноль ушло. Ровненько. То есть это там тырит у меня древесину. Скотина, блин, а? Ну, короче, слишком борзеет товарищ. Хранилище влепим. Надо еще подумать, где я буду Капитоль. Да давай здесь, какая разница, ё-моё. Деньги приносят и все. Тут что, я все пробил? Только вот здесь вот момент. Ты кто? Вот. Ну вот, приятно. Передумал я насчет бегать не туда-сюда, все-таки оно так слишком много времени займет. Надо этим героям идти выбивать верхнего. А то он так и будет мне на нервы действовать. И мне нужно каким-то образом получить заклинание портала города. Иначе это будет просто забей. Мне нужна армия, которая сможет пробить, собственно, все, что будет там выходить. А выходить будет всякое дерьмо. Причем в больших количествах. Надо как-то это остановить. Все, бежим к дому. Братство меча. Ничего. Ну ок. Жидит наконец-то сейчас получит ману, это просто забей. Счастье. Таинственный пруд я не построил. Красавчик просто. Просто красавчик. Еще больше мусор мне не могли подсунуть. Ну так, чисто интересно. Тихонечко отстраиваемся, камень мне нужен. Камня все нет. Заставляем драться, теперь эльф у меня поболее будет. Надо сюда какого-нибудь добровольца, чтобы он нанимал мне эльфов. Найм эльфов очень важен, потому что их популяция сейчас мой прямой ДПС, по сути. Плюсик. Стоп, тебе до левела сколько? Немного. Вот сейчас, если полторашечку дадут.
нормально. К дереву бы подойти я не хочу пока. Так, полазим. Здесь Катберт собирает. Вот это все у нас замечательно. Катберт уходит обратно, как бы у него жизнь такая, бегает туда-сюда. Бродяга прям. Трудяга, работяга. Так, это мы забираем здесь. Мне бы очень хотелось из этого города, но очень далеко. Подойдем сюда, получим вот такие плюсики. Надо убить эту дрянь. Любым. Насколько сильный герой пришел? Очень сильный, да? Ну, я такой, хоп, короче, убегаю. Катберт Клавиус. Что Катберт Клавиус? У меня есть и Катберт, и Клавиус. Я могу их путать. Наверное. Но это не точно. Принять? Нет. Но было бы неплохо. У меня тут наушники не хотят работать. Чего у тебя? Мне наушники не хотят нормально работать. И чего? Не знаю. Что мне сделать, чтобы они заработали? Просто мне до этого было, у меня отключился исправить. Сейчас что-то очень получится. Для начала их размотать надо. Наушники ему что ли купить? Новые. Так. Это что за хрень? Ой. Это знаете, вот эти детские понты, когда какой-нибудь пацанчик... Не так, какому-нибудь пацанчику... Папа покупает машину. И вот этот пацанчик с такими вот... Как бы их назвать? Ну что? То же самое. Вот, в общем... С бабенцами, у которых ум еще не окреп, но в принципе он особо не окрепнет. Стоят рядом с этой машиной, пьют какой-нибудь алкоголь и чувствуют себя такими крутыми. И обязательно надо музыку включить погромче, иначе они будут чувствовать себя ущербным. Эх, надо еще пойти посмотреть, что там у него с наушниками, а то вдруг действительно что-то сложное. Страшное. Дешевые понты, на самом деле, это очень смотрится как-то нелепо. Но для них это важно. Стена огня. И новая умничка, видите, она зачищается. Вообще, конечно, у детенышей какая-то... Странная аура, что ли? Сколько наушников я ему не брал. Даже он с ним ничего не делает. Просто приходишь, там провода закручены, как будто их там... Просто... Перекрутили хрен знает сколько раз.
еще не состоялось. И вот из-за этого очень часто его наушники как раз не работают. Так, библиотеку во мне. Это потом. Стену знаний. Ну что, вот эта штука очень полезная, пригодится. Колпаки тоже пригодятся. Сиди тут. Там-тара-та-та-там. Улучшено, улучшено, улучшено. Вот здесь надо отстраивать. О, приятно. Берем. Ну а чё? Ангелоиды, они вообще в тему всегда. О, придурок. Ты чё тут забыл? А ну иди сюда. Я тебя буду бить ногами просто со всей дури по лицу. Не, ну он сам пришел, а чё? Неужели вы думаете? Зион Волк, здравствуй. Это какой-то новый смайлик, что ли? Я его не встречал еще. Вот, кстати, по поводу смайликов, в Good Game надо получить свой СК2 ТВ. В этом плане этот сайт всех уделал. Там смайликов просто вагон. Так, вот так вот ставим. Замок. И разношерстная же армия у Нагаши. Ну ладно, Нагаши норм, как он тут живет. Хотя СК2 ТВ как такового уже не существует. Это теперь Пека 2 ТВ. Ну, собственно, его так и называли. Хотя лучше этот сайт от этого не стал. Собственно, как и хуже тоже. Так, все, что ли, всем отходил так быстро? Нет, не быстро идем. Так, вот Валька может сейчас реально делов натворить. Это замечательно. Блин, надо вот этого пробить сначала. Хрен с ним там сверху. Ой, я не построил. А, ладно. Хотя ни хрена не ладно, блин. Это ж... Воробей. Лучшая лужайка. Здесь у нас появятся вот эти все ребятки. Наги обязательно. Ну, это вопрос не обсуждается. Наги, это ж красота. Грифонова башня сама по себе наконец-то появилась, да? А здесь я ни хрена не построил, потому что у меня нет камня. Но черных рыцарей я не знаю, есть ли смысл вообще брать. В принципе, есть. Почему нет? Вот это обязательно надо взять, вот сюда еще сигануть. И тут плюсик. Енова бежит нанимать эльфов, потому что этот момент очень интересный для нее. Валька пока плюет на всех, идет карать все, что здесь стоит. А что не стоит, поднимает и карает. Дальше. Сам факт, что у нее навыки на лучников идут, это замечательно. Ну, на арбалетчиков.
То есть это очень большой ширный плюс для нее. Два рестима, и вот здесь мне бы хотелось джинов, но мне не будет хватать камней. Но когда меня останавливало хоть что-либо? Если я решил, оно так и будет. А я решил. Так вот. Сокровищница. Хотя нахрен она мне сейчас нужна. Давайте апнем, знаете кого? Дендроидов. Эти ребята достойны большего. Ну вот, этот фиолетовый упырь там, я смотрю, что-то задумал. Блин, надо его ловить, что я делаю? Нахрен я этого оставил. Пару левелов решил взять. Ну, взял, а дальше что? Смотрите, сейчас вот просто выбор на миллион. Да, выбор, конечно. Не, ну логистика, ладно, бла-бла. Логистика норм. И чё это такое, и как мне это пробивать? Нормально. Ах, почему, почему, почему? Воткну-ка я вот сокровищницу. Конечно, популяция единорогов по всей стране меня прям порадовала. В кавычках. А твою мать, у меня нету замка. Вот это фейл. Это просто не то, что фейл, это абсурд. Вот теперь зашибись. То есть у меня минус два ангела. Нет, хотя минус один. Ну-ка. Слушай, ты у меня... А, ты же у меня дипломат. Ну так давай, давай. На тебе эльфов, давай запугай эту тварь. Прими себе. Шикарно, что я могу сказать? Единорожки. Можно вот так вот сделать. Она будет бегать и принимать себе единорогов. А единорогов здесь должно быть до хрена. Вот, вот, вот. Хотя, конечно, нельзя так делать было. Как мне теперь вот этим героем бегать вообще? Ну ладно, что-нибудь придумай. Жидит, знаете, что хочет? Он ничего не хочет, он хочет валить отсюда. Сейчас вот нахоботим единорогов. И с ними уже можно что-то придумать. Потому что если реально будет по 12 штук, то это где-то 36 единорогов я еще прямом. А, это очень сильно. Конечно, эти вот ребята очень слабо смотрятся в любой ситуации. Они очень хороши в начале, они дают очень хороший разгон. Но потом... смысл у них сильно теряется. Смотрите, 10 на рук, 10. Ёперли, это такая кайфовая штука на самом деле. Здесь можно так хорошо разойтись. Вот сюда пойдем. Так, у меня нет камней. То есть я ничего особо не построю. Единорогов апнем, они дают очень хорошую ауру. Кир. Кир, это хорошо. Кир.
чем вот я. Так, ну что, идем собирать единорогов. Жидита надо куда-то спрятать, чтобы он жил. Жидит идет сюда, ему надо брать армию, то есть вот эти единороги куда-то бежал. Каким-то длинным путем пошел. Ну ладно, как бы нормально. Заставляем всех умирать. Знаете, был бы, наверное, более профитная игра, это какой-нибудь некрополь. У нас замки не про это. В любом случае, я скоро накоплю критическую массу, и тогда просто пройдусь катком по этому ублюдку. Хотя у него там все как обычно скриптовое и нечестное. Ну, что поделать. Так, я иду сюда. Здесь я могу получить что? Мне очень важно получить портал города. Вот это одно заклинание, которое меня просто спасет. Вот. Кто бы еще ни говорил, портал города важен очень сильно. Просто пипец как важен. Это фиолетовый вонючка там носится, что-то рядом хочет. Страшные вещи какие-то делать. Так, ты чё можешь вообще? Чё ты? Зачем ты вот сюда пришла? За какими-то делами. Вот, например, вот плюсик. Тут вот можно убить. Она сама драться хочет. Я не против, пусть дерется. Надо ребяток прикрывать, понимаете? А то это плохо все кончится для меня в итоге. Мудрость или вода? Вода это... дипломатия. Но пока мне дипломатия не особо нужна. Надеемся на портал и получаем фуфло. Надеемся на этот город теперь. Тут я что, просто забегаю и получаю армию какую-никакую, но армию. По сути, что надо-то? Мне нужно вот этих ребят. Вот этих вот чуть-чуть и вот эти неапнутые, блин. Дождемся, пока не апнутся, или единорогов можно забрать. Все, мне норм, я могу ходить убивать. На всех смыслах этого слова. И ведь не всегда они ко мне идут в пачку-то. Вот что плохо. В идеале, чтобы они ко мне присоединялись. Но идеал — это вещь такая... очень... нестабильная. Эйфорик, здравствуй. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Героички, да. Героички, это хорошо. Так, это что-то бегает, что-то хочет. Давай. Твою дивизию. Ну зачем ты со мной дерешься? Что тебе мешало? Смотри, какие они клевые. Всех прикрыли. Плохо.
Я, блин, зачем тебе армию передавал? Я на что надеялся вообще? Ну, явно не на это. Твою мать. Зашибись просто. Клон. Ну да, клон, чё. Так, где этот пёс? Барбос. Будем искать? Валька пока бегает, зачищает, всех этих убивает, экспу себе набивает. У него работа такая. Конечно, со сломанной ногой такой себе ходить, я думаю. Но этот как-то ползает. По деньгам, кстати, начинаем проседать уже. Но это нормально, потому что мы нанимаемся активно. Может, ты... Отлично. Я их за деньги принимать буду, но, блин, они... Не хотят. Нет, ты чё, я... Только за. Пусть будет больше единорогов в армии моей. Единороги — это всегда зашибись. Сильный пробивной юнит, что еще надо? Так, давайте пробежимся по... У меня вот этого нету еще. Мне нужно два... Два. Раз. Два. А. Теперь у меня появились титаны. То есть у меня есть титаны, копятся ангелы. Меня это устраивает. Но меня не устраивает тот факт, что у меня нет грёбаного портала города, и мне придется бегать вот так. Просто ужасно. Да ёперный. Ну что тебе надо, вот, ну что? И умные попались. Так, подождем. Плохо. Это сейчас обойдет. Нет, он пошел кентавра бить. О. Какие для тебя самые сильные юниты уровня единорогов? Ну, на первом месте идет черный рыцарь. Вот этот вот сволочь. За счет своего крита. На второе место можно пихнуть наг. У них без ответки очень сильная атака. А третье место на самом деле очень спорное. Единороги, не могу сказать, что они самые сильные. Также кавалеристы, непонятно. Виверны нет.
циклопы. За счет того, что стреляют. Очень хорошо заходит. Так что думаю, как-то так. Бычок? А бычок, он как бы не уровнен. Бычок, он пятый, а не шестой. Бычок имба, ё-моё, что там с ним? Это вообще не обсуждается. Бычок реально опасен. Особенно со своим вот этим вот дебафчиком сверху. Убийцы драконов. Но есть драконы, у которых антимаги, тех они не косят. Но большую часть аудитории выкашивает просто. Не глядя. Слушай, ты вообще куда прешься? Видишь, дендроид мужик здесь. Все, до свидания. Дендроид мужик вообще решает все вопросы. Только свистни, он появится. Дендроид мужик. Кто ближе отсюда или оттуда? Наверное, точно не герой, который будет нанимать. Айрис, разведка, Айрис, Пегасы. Да, дендроид, он прям выдает хорошо. Все, Айрис, давай, у тебя священная миссия, нанимай эльфов. Блин, я сильно разочарован, я здесь построил четвертую и получил какой-то шлак. Здесь четвертая тоже шлак, да? В этом уровне гармоптички тоже норм, очень ситуативно. И никогда не знаешь, когда они дадут молнию, могут вообще ничего не дать. И это будет проблема. Ну так-то да, норм. Ох, вот это я встрял. Я хрен знает, я здесь не вытащу, наверное. На колпаков можно болт ложить. Хотя нет, я вытащу, чья. Я вас просто это... Как это называется? Пугаю. Да-да, точно интригу создаю. Именно так. Ну, просто найти. Эх. Надо побольше этих создать, придурок. Вот так вот. Все.
Блин, мне не прёт на единорогов, мне нужно больше. Мне нужно больше единорогов. Где мне их ещё надо быть? Так, вот здесь вот я видел единорогов. И вот, вот три, отлично. Копим деньги, я как бы не собираюсь. Так, ну-ка, а что тут у нас есть? Давай, самый клёвый герой у него какой. Титаны у него. Мощь армии и королевства, я в заднице вообще. Вот это вот меня немножко смущает. А даже не немножко, меня это вообще печалит. Конкретно. Ай-яй. Где, кстати, второй? Драконий скал. А чё нет, давай. Единственное, что я не буду строить, это драконов-призраков. Просто идут они нахрен. Вот это вообще самая имба на своем уровне. Причем настолько имба, что ее везде запрещают. Боятся. Ну, как бы в этом логика есть небольшая, но, блин. Все равно. Надо, знаете, вот эти все храмы занять, чтобы в случае чего от меня комп туда не дропанул. А то этот придурок там встанет, и ты его не выманишь, все. Я уже говорил, да, когда-то давно, что когда я в школе учился, у нас была одна повариха, которая выглядела вот точно так же, как гремлин. Такая маленького роста, вся сморщенная, с таким же носом, с таким же лицом, только не зеленая. Вот это ч. Сюда, короче. Пойду бить гада, то он все нахренеет. Сейчас придет замок, он тебя заберет еще. Давайте где-нибудь отстраивать на гильдию магов. Но здесь уже все. Хотя, может, мне портал. Дверь измерений. А может мне зеркало волшебное? Да прошли вы просто. О, я знаю, что это все подкручено. Хотя вряд ли подкручено, я просто очень везучий человек. Факт. Моему везению просто завидует Майкер. Обидно. Понимаете, такое количество единорогов и просто в никуда. Приходится их истреблять, хотя, как бы, юнит-то шикарный. Ну и что мне делать? У них скорость просто дебильная.
О, эксперт. Чуть раньше быть экспертом. Не, ну я сбегаю до дома, чё. А вот еще единороги, еще не все потеряно. Эй, пес, как дела там у тебя? Сейчас будут куда хуже, чем ты думаешь. Так, надо все разведать, чтоб я не видел каких-то пробелов на карте, чтоб... Мне нужно к ним зайти, мне нужен казачок. Который ворвется и все будет расследовать. Так, есть у меня тут? Нету. Ну, ну тебя. Кто же гномов? Лучный парапет. Давайте хакнем. Я все же надеюсь на портал города. Блин. Я только сейчас понял. У этой дуры же есть замедление. Так, давай. Ты мне пока отдай. Я тоже все мне отдай. Вот так. Тут, как видите, скопилось немножечко. Я более чем уверен, что там уже все собрано. Так, вот это все собрано. Ну, кроме парочки мест там каких-то. Вот этих надо пробить, придурков. Но это будет делать Джидит. Он как бы в этом деле мастак. Отправим ее к дому. А Эрис, что там? Он нанял? Нанял. Все. Привет, Хелиос. Точно, побежала убивать. Акстись. Тоже средь бела дня такое вытворяет. Вот так. Ну пусть будет. А здесь что? Склеп дракона. Ну нахрен они мне. А. У меня тряпок нет, да, совсем. Да и болт на них. Хоть сейчас это может очень сильно зарешать вот их наличие или отсутствие. Но этих драконов имею в виду. Енова, ну ей как бы норм, она так оп. Оп. Этих давай тоже отдаем. А чё? Делай мне очень сильную армию, давай, пошла. Все единороги твои. Например, вот этот. Не намного слабее, даже сильнее, чем у него армия. Потом по статам жестче, но это такое. Гарпия. Сильно. Много-много толпа. Да.
Дай-ка мне этих няшек, они такие клевые. Давай нападать, чё. Вперед. Рискни здоровьем, как говорится. Ты ведь рискнешь, ты же дурак. Ну, они не скрёшь, я тебе череп раскрою вот этим героям. В любом случае, дурак. Чё, как дела? Главное, чтобы вот этого не убили, и вот до этой не добрались. Остальное пофиг. Слушай, сбегай ты к дому уже, а? Давай, пошла. Оп, берсерк. Чё всё берсерк дают? Тут одна нежить, какой берсерк? Раньше, блин, берсерка не допроешься, теперь, блин, один берсерк, и он не нужен. То чувство, когда берсерк не нужен, просто вот рука-лицо. Еще и нога, гадач. Пусть. Беги, девочка. Ты один хрен для мяса. Все, обезопасили девочку. Оп. Ну иди ты просто, вот такой ты паразит, ты, а не единорог. Я к тебе, понимаешь, иду. Такой весь добрый дипломат. Хочу нанять, а ты вот так вот со мной вступаешь. Этого заберем. Вот, собственно, где он этих ублюдков берет. Тут, тут, видите. И замок у него, походу, есть один и не один. Вот тут я ничего не отстрою. Нет, вот здесь я ничего не отстрою. Я здесь у качка. Чего бы не взять качку. А Эриса надо сюда, наверх. А, у меня здесь нога же сидит. Так, кто-то лишний. Давайте думать, кто. Все нужны. А, можно просто качку вместо Эриса нанять, и все. Вопрос решен. Ага, паскуда, блин. Но я-то это предвидел, пёс. Ну и чё? Это все, что ты смог? Вот тебе. Ну бас. Ну, он, видите, чё-то бегает, бегает. Бесполезное. Во-первых, вернем её. Во-вторых, качку. В-третьих, ты будешь казачок. Давай, пошел. В итоге все получилось лучше, чем я думал, потому что Сипхинаров теперь более безопасно себя чувствует, чем раньше. Ну чё, давай, нападай, посмотрим, что ты можешь. Можешь ли ты вообще хоть что-то? Пёс, барбос, блин.
Начинаем рвать этого ублюдка. Просто за то, что он мою девочку обидел. Я его на запчасти пущу. Я специально иду вперед вот этими единичками, чтобы он бил их. Сюда, тут подул тебя. Поганец. Ну ладно, как бы это не критично. Ну что, урода убили, теперь у него на одного героя меньше. Мне только в плюс. Отлично. 25. Как говорится... А чё вот я его убью нахрен? Бегай вот сюда. Так, мне нужны архи. Вот этих ушлепков тоже надо делать. Короче, ща будем это... Уже пора, пора. Пора собираться. Чего мне не хватает? Серы одной штучки. Оформи мне серу, а? Спасибо. Вот. Теперь у меня будут архи. 6 штук. Че так мало? Куда больше, наверное. И вот этих ушлепков надо оформить. Ну, у меня, в принципе, драгоценные камни капают. Много капает. В общем, да, она к дому бежит. Этот куда бежит? Ему просто не хватает скорости. Все из-за дендроида новый. В любом случае, не переубедите меня убрать его из армии, потому что без дендроида мужика, как бы, жизнь не ок. У кого нет дендроида мужика, тот вообще нубас. Ровненько, прям 10 тысяч. Кем я не ходил? Тобой. Ого, суетиться, паскуда. Нормально, нормально, паскуда тварь, да? Помните, я думаю, этого клоуна. Хотя, может, и нет. Это, по сути, и не важно. Совершенно, причем. Вообще пофиг. Давай, казачок, ты только, блин... Пофиг, короче. Мне нужно найти замок, он там, по-моему... Хотя нет, там как минимум 4 замка. Судя по статистике... Как минимум 4 замка. Блин, мне нужно армию Жедиту отдать. Да, мне нужно армию Жедиту отдать. А без этого как бы вообще смысла нет ни в чем. Ну, здесь как минимум некрополис должен быть. А что здесь не собрано, непонятно. И сбежим назад, как бы все хорошо. Здесь до хренища, короче. Ай-яй-яй. Не успел. Ну ладно, пофиг. Я был прав, что их до хренища. Так. Аж посыпан. Упарываемся вот так вот. Вот так. Пфф. 24 тысячи денег у нас есть. Немного. Эти хапли. 71 единорог, как вам? Такие заявы.
Я считаю годным. 24 дендроида мужика. Сильно, очень сильно. Уланд. Так, все это мне не интересно. Так, мне надо пробить вот этих уродов многочисленных. Это лучше делать им. Короче, моя задача сейчас отстроить по-быстрому везде вот эти вот гильдии магов. Надеемся. На что я надеюсь вообще? Все как обычно, через одно место. Вот сюда сбеги. Герой. Ломимся наверх. Моя задача как можно... Ты куда бежишь, кстати? А, все правильно. Валька дома. Наконец-то дома. Наконец-то Валька. На тебе чуть-чуть. А ей делать больше нечего, кстати. Она пришла, и все. Тут как бы ловить нечего. Поднять мертвых. Как-то хорошо заходит для некрополя все. Прям идеальные условия. К несчастью, только для некрополя. Посещения не было, мы это исправим. Сразу есть посещение. Так, кем-то я про... Ага, вот эти. Меня интересует зам... Вот это надо обязательно забрать, что этот придурок заблудился там. Колпаков надо выкинуть из армии, потому что они бесполезные просто. Хотя их много, конечно, но опять же, они бесполезные. Очень бесполезные. Идеально. Продолжаем здесь отстраивать гильдию магов. Ну, да. Я бы прослезился, если б мог. Где этот городок вылез? Снизу, что ли? Где-то близко ведь он вылез. Пес, вот он. До. Рамифасоляси. Насколько-то далеко, пипец. Ну давайте попробуем, чё. Здорово. Ну что там у тебя? У меня комп вообще повис, наушники не работают. Что ты натворил? Просто зашел в этот портал, он повис. Куда зашел? В портал 2. И он повис. Ну и будь не его. Не могу. Сейчас.
Так вот, вернулся я. Что-то я хотел делать, я все забыл. Ну, ща по ходу дела разберемся. Тут что, хорошо, подземки нет. Ничего себе. Пишут мне из клея. Это те ребята, которые мутили Don't Starve. Что-то там у меня завершено. То ли они мне Эбигейл прислали, то ли только высылают. Ну, в общем. Одобрили. Приятно. У меня будет Эбби. Угу. Чем мне это убивать? Просто минус все мои эльфы. Нет. Ай-яй-яй, сейчас у меня просто работает. Блин. А где взрыв? Почему у меня нет... У меня нет взрыва, ёпёрно, я не выиграю здесь никак. И что делать тогда? Надо как-то что-то придумать. Берсерк не будет работать вообще. Так. Хреново дело. А она со всей армии ушла. Привет, Алексей. Пипец. Вот у ублюдку плащ отречения. Я теперь не резнуть не могу. Что делать-то здесь? Если я при всем своем желании, если очень сильно захочу, я его не выиграю. У этого ублюдка, ну-ка, если вот это тоже нет, то... Так, у него ожерелька. Это пипец.
Не, ну допустим, да. А золото не даст. Это надо избавиться. Ну там же пропрет. Нет. Это пипец, товарищи. Где самый ближний город для меня? Вот и вот. И Валька рядом. Пошел. Эта дрянь пойдет сюда. Здесь сидит Нагаш. Да, ребят. Вот вам и скрипты. Просто типочку нарисовали армию, ему норм. Сейчас бы армию нарисовать. Ветра, ты плевал на твои ветра. В любом случае, не все так плохо. У меня есть армия, я могу надо ее только нанять. Но я не знаю, как мне пробивать скелетов, мне просто нечем, я вот это даже не найму. Взрыв, я думал, у меня был взрыв. Болт у меня, а не взрыв. Плюс там плащ отречения, это вообще забей, молния на нее не действует, он абсолютно, ему пофиг, он от всего задоджится, я не смогу на себя даже заюзать клон. То есть тут решает какой-то тупой мордоворот. То есть абсолютно тупой, как, я не знаю. Эх, ладно, еще что-нибудь придумаем. Вальку гоним домой, это подойдет ко мне, передаст мне армию какую-то. Городской портал выучила, кстати, она может. А толк у нее не продвинутая. Чуть-чуть надо, да? А не, на ком опнулся даже. Блин, Исра опасный. С ними есть только в городе драться, и то задавит. Думаю пока что сделать с ним. Чума. Давай без чумы, ладно? Нахрен, я не хочу чуму. Вы как хотите.
Спасибо. Сейчас бы мне чуму еще с такими раскладами. Просто герой с нарисованными артефактами приходит, я ничего не могу сделать. Нормально? Чего бы нет. Не добегает, да? Но она не могла. А, у меня денег нет. Хитро. Там как раз вот даже не нужны какие-то экспертные знания в магии, в принципе. Кинты не будут нужны мне. Совсем. Плащ отречения уже, по-моему, и джинов тоже не любит. Да, дилемка. Не слабая. Полегчало. Набираем артефакты, мне надо как-то выкручиваться. Вот, чуть-чуть статов подросло. Просто чувствуешь печаль в каждом флаконе. Надо решать. Моменты очень печальные, на самом деле. У меня есть золотой лук, эту армию я не могу брать. Она как бы меня заруинит только. Вот здесь вот армию можно поднанять. Ну, здесь от армии как бы ничего нет. Точнее, как таковой армии нету. Вот, так правильно. Меня может спасти взрыв, если он мне прокнет. Но если он мне прокнет. Ключевое слово «если».
Идем карать личей. С твоей удачей не надейся на... Обрадовал. Но, по сути, так и есть. Нужно много денег где-то достать. Замок вот. Слишком много раз была вот эта надежда на удачу, и все как обычно кончалось. Но... И не поспоришь. Жертва, то есть я вот нормальным жертвам. Какое дорогое кольцо. Я его взял. Блин, казачка сейчас найдут моего. Что может сильно зарешать, так это то, что я купил золотой лук. Мне нужно собрать всех хороших лукарей, а у меня их мало. Сейчас. Но у меня есть один офигенный лукарь. Живет он здесь. Это мне придется играть через замедло. Это мне обязательно надо взять замок, сидеть в замке, чтобы не пустить туда личей. Ну, имеется в виду, чтобы они по мне так больно не били. Надо будет расхреначить вампиров просто вот тут как хочешь. Надо. И мне нельзя получать неделю чумы. Это будет просто вешайся. Из-за этой серии. Пока что бегаем, ищем замки. Один я нашел, собственно. Некрополь. Я, кстати, не удивлюсь, что там Грааля и прочее дерьмо. Это нормально, естественно. Это... Не бывает такого, что все было хорошо. Единороги. Мудрости набрал Сайрис, пока бегал. Просто пипец. А, у меня вот эта дуреха бежала. Так, где-то вышел. Вот здесь. Злосчастный Исра. Самый эпик, это когда ты нашел Грааль в городе без форта, а потом игра вылетела на... Блин, столько всякого дерьма было. Причем никак иначе, как дерьмо это не назовешь. Причем не некоторое, а именно дерьмо. 17 архов, 11 титанов, это неплохо. Это очень хорошее подспорье для меня. Давайте прыгнем в... Форест. Блин, я сегодня
нашел у себя запись в версии 0, короче, альфа 002. Аж прям это. Армия моя растет и множится, но меня это не радует. Радость. Было бы чему радоваться, да. Вот этих надо взять. Ребят. Я сейчас слежу за передвижениями этого ублюдка. Куда он хочет, куда он идет, что он делает вообще. Как с ним бороться? Где его выловить? Вот еще один замок. По сути, замки здесь пустые. Просто надо их брать. Это тоже пустой замок. Наги. 26 наг. 26 наг — это до хрена денег. Но наги — это очень круто. Надо решить, что мне взять. Этих выкинем. У меня тархов скорости будет достаточно, этих выкинем. Надо подумать, крестоносцев взять или чемпионов. Чемпы очень сильный факт, но... крестоносец два раза бьет. И если... прокнет меня на... мораль, то будет все зашибись. Но ключевое слово «если», а зная меня, не прокнет. Надо думать дальше. А сколько фонариков там у меня? 25. 35 фонариков. Мало, очень мало. О чем ты вообще? Очень мало фонариков. 124 лукаря обычных. Мне при любом раскладе, нужно, чтобы он на меня напал. Я был в замке. Получаем плюс на мораль, как бы у меня, сами видите, тут просто абзац. Обязательно собираем все плюсики, пока можем. Просто только этим и занимаемся. Неделю чу мы скипаем. Плюсики собираем в обязательном порядке, как бы не обсуждается, мне они нужны.
Опа, вот здесь я не могу. Она тут где-то этот урод бегает. Ха! Эта скотина делает еще хуже, он идет на некрополь. А там вообще как бы абзац. Ну, лично для меня это хуже некуда, потому что там вообще колдовать нельзя. Даже за медла не кинуть. Не кинуть. Ну, от Салинаш, кстати, чего нет. Куда идет этот выродок? А, он ушел. Короче. Пока могу, собираю плюсы. Периодически выкупаю морхов, там вот это вот все. Сколько у меня драконов? 11. Дракон это такое, понимаете? Дракон это не всегда дракон это не всегда плюс. То есть дракон может сделать так, что я сам по себе шварфну, к примеру. Мне это не понравится, естественно. Ну, не знаю, как вам, но мне точно не понравится. Вот, надо думать. Сейчас надо немножечко подумать, кого брать в армию. Так, этих мы не берем. Отсюда мы берем по-любому дендроидов, вот этих берем. Дендроид это очень важный юнит, неважно какое количество, важно, чтобы они выдерживали тычку по себе. Хотя бы одну. К примеру, вампов на себе подержать, это идеально было бы. Вот здесь, кстати, замок один. Второй здесь. Точнее, вот раз замок. Два замок. Три замок. Четыре замок. Вот, все найдено. Как бы все близко, все рядом, все на виду. Мне бы только как-то не встрять, как-то не подставиться ни подо что. Ну, вот здесь вот замок, вот он. Как я и говорил. То есть все замки, они на виду. Если вдруг что, как бы купить можно все это дело. Удачи. Где-то плюсик был, я помню, здесь. О! Опс! Казачка нашли, поймали и сделали с ним страшные вещи.
Если судить по тому, что я вижу, это не очень хорошо. Если быть точно, вообще плохо. Но это не страшно. Сейчас мне надо будет сделать следующее телодвижение вот этих нанять. Они мне очень сильно помогут. Сгонять в лес. Апнуть этих ребят. Так я Нак-то не нанял, правильно? Я их нанял. Нанял. Значит, идем вот сюда. Короче. План такой. На первый день. Когда пойдет процесс. Отсюда я пойду наверх. Вот этот город надо захватить. Тут он город. Это как бы не обсуждается, но это я туда пойду, когда будет день первый. Рано или поздно я все равно буду все это захватывать, поэтому надо вот сейчас вот дождаться дня первого. Или даже вот сколько она там разбирает этого города, я где здесь. Так, надо мне прыгнуть в корону навстречу этой дуре. Мы потратим по минимуму времени и наймемся. О, тетива. Слушай, а у тебя же артефакты, да? Нет, мне не нужно тетива, лук. Нет, подожди, там удачу, какая-то хрень. Короче, вот так вот ломимся. Она мне передает эльф. И вот эту хрень. Вот. И бежит обратно сюда. Я отсюда прыгаю в лес. Апаю эльфов. Эльфов много не бывает. Бывает ваншот эльфом. Что меня, мягко говоря, печалит. Может, правда, дракона взять не париться. 15 штук. О. Это вот моя армия. Зайдем сюда, возьмем архов. Это защита. Да, обязательно вот так. Да, вот так. И я отсюда валю наверх. Сейчас, если получится, я захвачу один из городов. Это мне сильно поможет. Mm.
на самом деле. Из-за того, что это Эрафия, тут как обычно ни хрена не работает нормально. Надо не забывать еще про то, что земля проклятая. И проблемы у нас будут небольшие с колдовством. Так вот, ломимся сюда. Оп. Так, город, по-моему, где-то здесь. Орда, орда, орда. Ну, эльфы будут таять просто с катастрофической скоростью. Мой золотой, мне пофиг. Скелетики там это. Тряпки вышли. Режем. Ну и остается допинывать скелетиков. Это первый замок. Но как бы расслабляться вообще нельзя, потому что там ходит герой, у которого просто какой-то... Замечательно. Ну а чё? Вода хорошо. Замок мой. Замок не отстроенный. Продолжаем его отстраивать. Я в замке спокойно бой приму, то есть нормально. Мне нужно вот этого придурка выловить. Ну, в принципе, блин, я вот сюда плюс. Но я успею, у меня есть как бы логистика, то есть фигистика. Армагеддон. Весело, когда есть Армагеддон, правда? Мне нужна дверь измерения. Вот если она есть, тут есть взрыв. Взрыв. Взрыв эмоций. Взрыв всего подряд. Так, стоим пока здесь, ждем. Вот этот упырь. Это какой-то другой упырь. Не тот, который мне нужен. Но в любом случае. Процедуру повторяем. Наращиваем, наращиваем и наращиваем. Как бы хуже мне не будет, только лучше. Надо эту дрянь выловить и убить. Чем я непосредственно займусь? Сюда прыгаем в корону. Видите, не хватает. Ну, это такое. В идеале, конечно, сделать вот так. Ждем. Испугался. Хорошо, я сам тебя поймаю. Не поймаю, да? Туча много, орда мало. Понимаете, я просто если сюда прыгну, я далеко не пройду. А эта туча орда мало будет. Меня постоянно что-то отжирать. Но я его сейчас пойду убивать тогда. Или он пойдет в замок. Пытаемся убить тучу орду мало. Ладно, не пытаемся, просто убиваем. Не знаю, что мне можешь противопоставить. Статы хорошие. А скорости нет.
Меня не интересует вот этот вот вообще никак. И вот... Вот этот вот тоже. Очень много их там. Ой, молодец. Ну чё, как будешь воевать со мной? Вот так, да? Понятно. Дрянь. Но минус дрянь. Радует. Как называется вот этот помойный город? Дарк что-то там. Выходим. На самом деле я бы сейчас сохранился на ран. И пойдем. По чуть-чуть так. А в замке кто живет? Никто. Хорошо, никто так никто. Я как невестно, блин. Смертники эльфы. Чё у меня в дерьме? Вся моя... Почему? Непонятно. Моралька-то вся в дерьме. День седьмой, кстати, товарищи. День седьмой. Я прыгну в форест. Так, ты у нас эльфов нанимаешь, нет? Молодец. О, она что-то бегает. Зашевелилась. Ну, как бы... Поздняк метаться. Не, ну никогда не поздно, естественно. Всегда есть какой-то выбор. Вернули, по сути, тех эльфов, которых у нас отняли. Тамика ко мне не пришла. Жаль. Зайдем в корону, может, что купим. Мне нужно все на мораль. То есть у меня с моралью вообще беда. У меня армия разношерстная. Это немножко печалит, конечно. Есть только архив. Наверное, вот это вот. Да, вот он. Слушай, казачок мне нужен какой-нибудь вот этот вот, например. Так, вот тут замок, и вот тут замок. И еще казачок нужен какой-нибудь. Мелодия. Ага. Здесь что ли ломится?
Вижен-то, по сути, теперь у них пропадает. Мне-то вообще норм. Ну да, вон там и ломится. Я чё, наш лак? Это Тамика, что ли? Нет, это Галтран. А чё ты такой... не очень... это. У него, кстати, поменялась армия немножечко, видите. Легион, туча, толпа, прям вся такая нежить, нежить. То есть ты вообще охренело такое. Парень просто взял и напал. И никого из моих ребят не проперло на морально, что ты будешь делать. Потому что у меня какие-то дизмораленные все. Печалит. Сейчас по эльфам шваркнет, не так уж. Прыг-прыг-прыг. Стой, скотина, блин, нет. Твою мать. Чем мне это убивать? 200 личей. 200, Карл. 53 дракона. 275. Это... забей. Ожерелька никакой нет. Но мне не поможет, собственно, эта ожерелька-то. Давай, нападай, чё. Жду. Пофиг. А, кстати, еще замок сверху хотят отжать. Вот этот тут. Полностью отстроен, хороший замок. И по деньгам так хорошо ударил. Сразу же. Вот. Меня ждет вот этот урод. Хочет он со мной драться. Почему-то. Ну там вон какое-то чмо пришло. Галтран. В принципе, пока он бегает, мне норм, потому что я спокойно могу
наниматься, то есть временно меня... Твою мать, опять сюда же, что ли, прыгнул? Неважно, куда пойдет этот типок, я всегда буду на шаг впереди, банально потому, что у меня есть... Потому что у меня есть телепорты в город. Без них был бы просто ахтунг. Так. Ты, Дипкорд, сиди тут, а. Ну да, сидит. Пошла она. Это ублюдка надо отжать. Печаль то, что я не могу с ним драться нормально, потому что у него всякие плащи отречения и прочее дерьмо. Он меня тупо задавит. Как назывался город? Массой. Ну я сам виноват, блин, еще ищу, думаю, где же он? Где же этот город? А вот он. Ман уходит. Пропускаем день, смотрим, куда бегает этот придурок. Но замок вот он, вот здесь вот прям вот. Как бы это невооруженным глазом видно все. Мне бы, конечно, наверх сейчас бегать. Надо вынуждать этого урода драться со мной. То, что он там меня что-то забирает, ну, я флаг ему куда-нибудь. И поглубже, собственно. Мне эта погода никакой не делает, ему тем более. Блин. Вот тебе. И уходим. Мелодия отстрелялась, собственно. Я ничего особого от нее и не ждал. Так, вот здесь вот выход идет наверх. От придурка-то. Или еще выше, куда он пошел. Ладно. Ловимся наверх. Вот. Наверх все-таки идет. Ну, как бы... Парень дурачок. Пока он бегает, я отнимаю. Это хорошо. Ну и чё, и куда? И что ты будешь делать? Это кто? Галтран. Минус Галтран. Отлично. Плюс они близко стоят, то есть драконы хорошо ворвутся. Ну ворвемся, ладно, давай. Мне абсолютно не хочется драться с этим товарищем на вот этой проклятой земле. На ней у меня с моралью просто полный забей. К несчастью. Только не вставай здесь, блин. Просто нет. Еще раз нет. Сам виноват, блин, сам подставился, сам знал, что это будет и сделал. Ну и... Как это называется?
абузер. Да вообще пофиг, что ты там сейчас напишешь, честно говоря. Так. Надо кого-то убить. Допустим, его. Чуть-чуть выйдем. Это просто на булочку идет. Серьезно? Да. Ты чувствую, когда кони выживают на одном ХП. Сколько там? 45. Очень много эльфов уходит в никуда просто. О. Вот это уже много объясняет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, мне нужны казачки. Нужно понять. Что мне не нужно понять? Надо валить отсюда, передать вещи, чтобы у меня денег так до хрена, кстати. Надо вот сюда. Давай, подойди. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Это тебе топор, и на тебе свиток. Радуйся жизни. Угу. Где ушли пан этот? Вот он. И чё? И куда? Ты просто эти у меня отбираешь ресурсы? Ну, подбирай. Удачи. Пропускаем ход. Бесцельное бегание по карте, это, конечно, круто, но это его погубит. Ласто, здравствуй. Не хочу чума. Вампир. Очень много вампиров теперь. В том числе и я. Вы этого не слышали. И сюда. Это здесь замок. Куда в этот придурок-то бежит? А, понятно. Ну пусть бежит, собственно. Удачи ему, флаг куда-нибудь. Да поглубже. Ну, если судить по тому, что я вижу, у него не осталось замков. Вообще. И героев он нанять также не может.
Как я не могу резнуть своих эльфов? Возьмем... Не, возьму все воду. Почему нет? Продвинутая логистика — это всегда... Какая нахрен логистика? Вода. Продвинутая вода. Это хорошо. Так, вот здесь какая-то лалка меня пытается... ух ты, сама пришла. Ах ты, ветры, ах ты, безжалостный. Ай, куда ты? А ты куда? Хитрый боц. И чё, как думаешь, получится? Исра. А Исра? Я думаю, нет. Нет, Форест это в последнюю очередь. Сначала... Вот, Клэкстон. Звучит как клаксон какой-то. А, я вот нанялся. Отсюда я прыгну в корону. Ну, потому что могу. Вот. Отсюда я прыгну в... Форест. А тут меня ждет вот этот выродок. Ну давай, нападай. Чё? Кстати, умри. 6 самых сильных и отважных героев. Самый сильный и отважный — это кто? Ну, Кадберт, он сильный вроде. Это непонятно. Валькан, походу, не Вальк сильная. Ну, пока мне лукари дает. Круто, круто, есть. Нимбус нахрен не нужен, честно. Жидит. А, это мой главный. Естественно, сейчас бы перепутать. Ну, короче, ладно, кого за кого? Да нет, погоди, никаких, ладно, ты чё? Сейчас мне как... Элизар, конечно, красавчик, но он мне нахрен не нужен здесь. Тем более, если миссия последняя будет, а всего 6 героев, то это вообще мало. То есть получается... Блин, этот мне тоже не нужен, нахрен он нужен вообще. Его все равно кастрируют потом. Сохраняем игру на вот это. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Кого-то надо удалять. Ну, блин, она дерется хорошо. Енову дерется хорошо. Клавиус. Клавиус. И Кадберт. Нет. Октавия. И Клавиус. 4-2, все замечательно. Че там, как там? Ну, давай нападай, че ты же хочешь? Ты же хочешь. У тебя вариантов нет. В любом случае. Ну давай так, хорошо. Будешь туда-сюда бегать теперь. Надо выловить вот это дерьмо. Где-то еще кто-то бегал.
Я хочу драться именно в оплоте, потому что тут у меня будет удача на максимуме. То есть можно будет критануть. Хорошенечко. Это мне очень сильно поможет, особенно против тысячи с чем-то скелетов, 200 личей, что-то там еще. Гребаный имба, блин. Как дела? Все хорошо? Ничего не болит? Странно. Моральку бы мне хоть раз. А, сейчас. А, он, кстати, и шваркнуть не сможет. Как ты на этой земле бьешь? Или это не проклятая земля? Если это не проклятая, тогда я тебя... Вот это надо брать, вот это надо брать. Надо брать, просто не глядя. Это самый клевый вообще артефакт на удачу, который... На боевой дух, который может быть вообще в игре. 34. 2-2 или 3? Давай 2-2. Мне бы шлем. Мне бы шлем. Мне бы шлем. Я тебе переворачиваюсь, Форест. Одной дрянью меньше. Твою мать. Телепортнулся в Форест. Красавчик просто. Короче, это сейчас развод конкретный меня. Да. Или я, или он. Слушай, а давай так, смотри, у меня армии вообще нет. Я самое печальное забыл про этого придурка, который там прям перед замком стоял. Единороги, а где ты их взял? Эти два единорога тебе, знаешь, что будут стоить? Товарищ. А где удача? Алло? Тебя лич шваркнет, блин. Ошибись. Ага. Скоростной скелет. Лучше для мужчины нет просто. Компания. Привет, тренд, да? Компания. Так, возможно, это было неправильно, надо было вот это убивать. Но это не точно. Камера просто фотка. И все. Я не очень понимаю, зачем нужна вообще вебка на героев, честно говоря.
дракона надо убивать. Надо щит. Обязательно. Плохо. Очень плохо.